Я изучил лор ФНАФ и просто влюбился. Всем хай! С вами Юджин, и сегодня мы с вами, как ни странно, снова играем в FNAF Security Breach. Прошлый эпизод у нас закончился на очень сильных моих эмоциях относительно качества данной игры. Я был вне себя от ярости, что даже удалил игру. Как-никак, все же видят, что игра кривая в плане качества, но все равно ее защищают и говорят, что она очень клевая. Я решил разобраться, почему. Собственно, поэтому и пошел изучать лор. И я был в восторге. Он настолько обширный, настолько скрыт, просто скрыт в маленьких деталях игры, и что когда ты играешь, тебе очень трудно до всего допереть. И я благодарен всем каналам, которые занимались разбором этого сюжета, этой огромной истории, составляли все в единую временную линию. Потому что история мало того, что богата, она еще и чрезвычайно трагичная. Она оставляет очень такое неприятное послевкусие после себя. Более того, я настолько кайфанул от лора, что мне пришла в голову идея сделать короткометражку, которую я вот-вот начну снимать. Это будет короткометражка в стиле Хаги-Ваги, который я недавно выпустил на канале. Вот, зацените, если вы еще не видели. Собственно, сейчас я хочу с вами, друзья, попробовать поиграть в эту игру еще раз по-новому. Не в том смысле, что я буду перепроходить ее. Нет, мы начнем с того места, где мы выбираем уйти или остаться, где я еще не сделал этот глюк на сохранение. И прежде чем мы приступим, для всех тех, кто обвинял меня в том, что игра глюканула, я хочу вам привести следующий пример. Эй, друзья, зачем вы посмотрели только что тот кусочек видео? Я его случайно вставил в видос. Я не хотел, чтобы он здесь был, я просто забыл его убрать. Вот зачем вы посмотрели в эту сторону? Должны были отвернуться и не смотреть. Вы испортили впечатление об этом видео. Вы виноваты. Я думаю, вы поняли, да, к чему я говорю. Итак, мы выбираем остаться. Короче, в прошлый раз у нас не получилось получить концовку, каноничную концовку с Спрингтрапом внизу под пиццерией Фредди. Но это мы сделаем не сегодня. Я хотел бы оставить эту концовку на десертик. Сегодня мы будем с вами проходить Princess Quest. Все три автомата нам нужно найти. Фредди, пошли за мной. Побежали. Итак, насколько мне стало известно, первый Princess Quest автомат находится здесь. Тут охраняет его этот гребаный бот. Его надо устранить. Подохни. Нам, походу, нужно сюда, в подсобочку. Вот он стоит. Сейчас мы будем его проходить. Тут у нас сообщение какое-то. Я сделала это. Я сделала все, что ты хотел. Я прошла первую и вторую части. Почему же ты не выключаешься? Что тебе еще нужно? Говори! Кто это сделала? Сделала. Это Ванесса? Ну что ж, Princess Quest, давай. Итак, как мы поняли, как я понял точнее, и может быть кто-то из вас не знает, но я буду вообще вам рассказывать, я такой спец по лору ФНАФ. Короче, эта девушка, эта принцесса, это и есть Ванесса. И здесь, в этих играх, нам будет завуалированно, опять же, рассказываться, смотрите, мы здоровье получили, завуалированно рассказывается история того, как ее разумом завладел Глич Трап. Он же Спринг Трап, он же Уильям Эфтон, самый главный злодей вообще всей истории ФНАФа. Итак. И у нас крашнулась игра. Игра, мне так сложно тебя любить. Так сложно тебя простить. Окей, мы начали снова. Открывайся. Открылась. Проходим. Прыгаем. Нет? А, погодите, мы зажигаем. Вот, все. Нам не нужно было даже прыгать туда. И вот мы видим глич-трапа. Это его маленькие головки туда-сюда снуют и пытаются нами завладеть. Мы должны их избегать, судя по всему. Конечно. Да, видите, они как только нас видят, сразу получается, что они хотят нами завладеть, высосать наш разум. Это и происходило с Ванессой, когда она участвовала в игре, в VR-игре, как и называют, Help Wanted. Я не играл в эту игру сам, но я уже знаю, что там происходило. В этой игре использовали останки Спрингтрапа, отсканировали их и внедрили его в игру случайно, как бы ненамеренно. Вот. Да, нас покосили, кстати говоря. Вот наш ключ. Его внедрили в игру непреднамеренно, блинушки. Так, давайте с этой стороны, да, все пусть пойдут за мной. Вот так вот. Стамина у нас нету, поэтому все окей. А не получается, когда... А, нет. Все, идем, ладно, хорошо. Оу, когда супер темно, они, видите, все превращаются именно в ходячих кроликов. Грубо говоря, проигрыш в этой игре означает, что Ванесса проиграла битву за свой разум. Видимо, нам нужно везде свет включать. Это как бы, опять же, символично. Таким образом, мы как бы делаем ей светлую голову, да? Сияние ее разума будет побеждать Глич Трапа. Нам нужно будет найти ключ.
Я так понимаю, здесь не будет особо меняться геймплей в Princess Quest. Тут надо будет просто взять и пройти это. Заставить себя. Даже если будет немножко скучновато. А, кацанул. Выгоднее всех собирать вот так, чтобы они хвостиком за мной шли. И тогда будет легче их всех избегать, твою мать! Да чтоб тебя, а? Пусть это будет не так просто, как мне казалось. Я сначала смотрел такой, думаю, ну, что сложного будет в этом, оказывается. Да... О! Мы на улице. Хорошо. Нам бы, кстати, найти еще хп немножечко. Где-нибудь. Все, мы... Вот! Вот здесь, да? Есть! Смотрите, даже больше теперь у нас. А эта локация сама по себе, что она олицетворяет? Мы, кстати, не можем туда пройти даже. Может быть, мы сможем с той стороны выйти. Так, кстати, нам нужно зажечь ведь все. Так, быстрее. А, это надо быстро сделать, потому что дождь капает. А, нет, погодите. Первое. Второе. Я так понимаю, третье. Нет. Первое, второе, третье. Четвертое. Пятое. Во, да. Все, загадку мы решили. А то, что мы оттуда ушли, ты бы правильно сделали? Ну-ка, что за магический необычный ключ? Интересно, что он открывает. Открывай какую-нибудь тайну. И причем этот цвет такой, видите, фиолетовый цвет Уильяма. Вот что он открывает. Хорошо, что у нас полное хп, мы теперь можем не бояться. Стрейфимся, стрейфимся. Вдруг какое-нибудь из них оружие будет какое-нибудь. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Нет. Вау! Что это значит? Это Уильям! Он хочет обрести снова физическую плоть. Так. Нет! Да, мы прошли его. И дальше мы путь свой держим в аркейд. Фаскейд зона. А вот и он. Это вторая часть. Воу! Вы живы, это хорошо. Возьмите, ага. Я не дочитал. Что-то мы взяли. А, это меч. У нас теперь есть оружие. Похоже, дверь заперта. Ага. Смотрите, здесь синие. Синие фонарики почему-то светят. Они просто... Так, да, видите, мы можем... Мы их не убиваем, мы их... Нет, мы их убиваем. Или мы их отпинываем куда-то вдалека. Вот, мы всех убили. Да, нет, мы просто, видите, отталкиваем их. Но какие-то из них даже лопаются навсегда, вроде как. Вот, сдох. Может быть, нам нужно все... О, посмотрите. Отлично, ох, как здорово. Мне кажется, нам нужно всех убить, и тогда путь спройдет... А, нет! Черт. И тогда путь освободится. Я правильно понял суть этого квеста? Погодите, получается, первый автомат показывал нам, как разум Уильяма Эфтона завладел разумом Ванессы. Теперь же в этой части у нас появляется оружие. Нам покажут, как Ванесса пыталась отбиваться, судя по всему. Все? Все покойники? Нет. Нет, здесь кто-то еще есть. Нет, тут все. Погодите. О, какие странные твари. Они пуляются чем-то в меня. Это интересно. Вы офигели? Есть. А, они дают хп, как только у меня коцается одно сердечко отнимается. Раз. Ай, ё-моё. А, да. То есть, мне достаточно убить одного, и тут же восполню свой хп. Можно даже не переживать, что я просру эту игру. Разве что вот сейчас я могу это легко сделать. Так. Блин. А. Нельзя этот шарик отбить. Нельзя. Ладно, идем дальше. Так, мы зажигаем. Мы зажигаем. Подохни. Подохни, сердечко дал. А если найду? Вот, я нашел. Да скотина такая. Да господи Иисусе, а! Так, хватит. Хватит так поступать со мной. Раз. Есть, хорошо. Опа, еще сердечко. Что это за чувство? Здоровье поправляем мы наше. Можем еще сюда пойти. Блин, эти турели очень бесят. Нужно ли нам всех их убивать? Вот ничего не понятно мне. Пока еще игра как бы не подтвердила, что это обязательно надо делать. Вот насчет фонариков, это точно их надо зажигать. Слушайте, а может и не стоит убивать никого? Просто зажжем все и забили. Кстати говоря, мы походу даже не по сюжету сейчас идем. Это какая-то секрет... А, фак ми. Какая-то секретная комната. Так, пошло, пошло! Ау! Сейчас подохну. А, вот еще один. Мать, а? Да, господи. Забираем. Маленький ключик. Тут сюда нужно было идти обязательно. Да, блин. Слушай, мне надо подкрепиться сердечками. Ну-ка.
Ну-ка. Получил. Еще одного убить. Есть. И теперь можем уходить спокойно. Мы здесь все зажгли, получили ключ. Вау, что за нафиг? Это что за фигня? Это какого... какого фига? Оно просто так стреляет в меня. Короче, теперь и понятно, почему Ванесса стала одеваться в кролика. Потому что Гличтрап тоже кролик. Она как бы его представитель в мире живых, в реальном физическом мире. И все, что она делала в этой пиццерии, она пыталась помочь ему выбраться из именно программного кода и стать снова реальным. И именно его мы видели в той концовке, которую мы так и не получили с вами. Он вышел из той капсулы. Короче, мы обязательно это посмотрим. О! Какого хрена? Как интересно. Уже какие-то пазлы интересные начинаются. Такого побольше надо. Тихо, тихо. Так, все. Не будем тратить свои силы на этих уродов. А! Черт. Тут целая куча их, боже мой. А! Убить, забрать, зажечь. Оп! Такое правило. Аккуратненько. Убить. Хорош. Где-то есть еще. Сюда бежим. Вот здесь. Все, я слышал, дверь открылась. Оу, может быть... Педал? Все, я понял. Ох, как интересно. Ох, как интересно. Так. Да блин! Это бага тоже, да? Так, что еще надо? А, вот еще. Тихо, тихо, тихо. Мама, 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 мама. Так. Так. О! Ух! Получилось! Давай, старец, дай мне хп, плиз! Поздравляем! Опять не дочитал. Но главное, что меня поздравляет, это самое важное. Опять, смотрите, летит. О, фига, дверь закрыта. Я так подозреваю, может быть, мне нужно убить всех. Вон этот ублюдыш! Подохни. Вроде бы все мертвы. Вроде бы можно пройти. О, прошли! Смотрите, мы прошли. Нам осталось найти третий автомат Princess Quest. Теперь наша задача попасть в комнату Венни, но для этого нужно будет снова выиграть Fast Blaster. Использовать билет. Я использовал? Да, использовал. Если бот криво глючно исчез, значит я использовал билет. Игра, очень сложно тебя любить. Вот все предыдущие части прям очень хорошо были сделаны. Почему здесь так все плохо получилось, непонятно. Я понимаю вашу любовь к ней. Вот я сам это прочувствовал, когда понял историю, понял лор. И это как бы теперь дает скидку вот этой кривизне, ужасной кривизне этой игры. Но тем не менее... Ужасно. Мы здесь. Берем Phaser Blast и идем в шахту. Смотрите, вот, мы здесь. Думаю, ее зовут Венни. Ванни. Похоже на сокращение от Ванесса. И Ванни. Не думаю, что это совпадение. Теперь мне нужно пойти к главному выходу и еще раз попытаться выйти, и по идее там что-то изменится. Меня правда смущает, что эти двери закрыты. Я боюсь, как бы я не нарвался на еще один глюк. Но по идее сейчас уже 6 часов утра. Правильно? Непонятно. Как посмотреть, не помню. Так, смотрим. Вот. Вот! Наконец-то! Дверь открыта, и ты можешь уйти. Или можешь остаться и продолжить расследование загадок Пиццеплекса. Что-то мне подсказывает, что Ванни не единственная проблема в этом здании. Ванни, ну, мы видели ее логово в Phaser Blast. Может, нам удастся там ее поймать? Если она подумает, что я сбежал, возможно, мы сможем застать ее врасплох. Да, пойдем. Давай покончим с этим. Есть! Пока все идет... Что? Какого фига? Внезапно мы оказались на Phaser Blast'е. Вон она! Убить Фредди? Они сейчас убьют Фредди! Нет! Нет, Фредди, не делай этого! Не умирай у меня на глазах! Не хочу смотреть! Да, они просто разрывают его на части, жесть! Это значит, что мы теперь не сможем его позвать, мы сами по себе. Где мы? Вау! О! Где мы? Где она? Так! Так, 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 так! Нам нужно сюда! Погодите! А как нам попасть? Дверь-то, блин! Не пропускает нас, глюк!
Мы здесь, и я понял, что мне надо было просто-напросто бежать вот сюда вниз. Вот здесь. Я, по-моему, здесь, кстати, наткнулся на Рокси. И вот не хотелось бы сейчас на нее напарываться. Мне сейчас совсем это не нужно. Нет, нет, заново не хочу. Заново не хочу. Заново не хочу. Заново не хочу. Где мы? Бежим! Так, 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 так! Только бы не запороться! Правильно иду? Не знаю! Нет! Трогай меня, тварина! Так, 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 так! Да, мы здесь! А, мы здесь! Что? Что, блин, Монти? Охрит, прием, Грегори, ты меня слышишь? У меня по-прежнему есть сигнал. Доберись до кабины Phaser Blast. Воспользуйся пультом охраны. Направь их против Вани. Мы прошли, мы прошли, мы прошли, наконец-таки, чуть дальше. Ой, так, мы можем открыть теперь. О, боже мой, что это? Меня Монти испугал, я вообще не ожидал его увидеть. Как хорошо, что у меня был Phaser Blast. Смотрите, дверь открыта. Отлично. А здесь уже закрыто все. Окей. Так, теперь, по идее, у нас здесь два варианта. Это нажать сюда, получить одну концовку, и нажать сюда, и получить другую концовку. Давайте разберемся с Princess Quest'ами. А, это прям прямое продолжение Princess Quest 2. Хорошо, выходим. Оу, судя по всему, мы уже находимся где-то в пиццерии. По крайней мере, пол очень похож. Давайте сразу убивать всех монстров, которые нам повстречаются. Я думаю, что... лучше потом не возвращаться, чтобы... на всякий случай убьем всех. Смотрите, они отовсюду появляются. А может быть, мне и не надо этим заниматься? Ай! Смотрите, у меня 0 хп. Что? Что? А, я просрал. Нифига себе. Здесь горящий сундук. Нам здесь... А! Вот. Вот. Опа. Опа, так, а мы уже были здесь. Это старая пиццерия. Мы как раз таки спускались к ней. Нам нужно ключ найти. Фокси? Вы что, офигели? Фокси здесь? Они будут за мной бегать здесь все? Какое огромное пространство. А, мы даже не можем дальше пойти. Оно реально бесконечное получается. Нужно найти вход. И вход, естественно... Ага. И здесь мы должны будем зажечь абсолютно все эти... пакелы, или как их назвать? Камины. Ага, я вижу ключ. Но к нему мы попадем, как только зажжем все факелы. Мне вот интересно, придется от Фокси бегать или нет? Слушайте, как, блин, запутано здесь все. Тут, получается, всего будет 4 факела, да? Но пока мы до них дойдем, мы сдохнем уже. И нет никакой подпитки в виде ХП. О, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой, боже мой. Мы активировали. Так, стоп. Обходим. Ладно. По скорости мы как бы доминируем. Как бы да. Фокси! 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 Она застряла. Ну и как? А, еще и кацанула меня. Хорошо, игра, хорошо. Я обойду с другой стороны. Так и быть, ладно. Но Фокси со всех сторон будет спауниться. Надо ее приманить. Иди сюда. Да пожалуйста. Вот. Так, 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 так. Тихо. Есть. Что-то здесь не так. Мама, 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 мама. О! Тьфу. Это не ключ, я не этого хотел. Мы нашли маску Вани вместо этого. Мы же как бы сейчас потеряем контроль над собой. Вместо спасения мы находим именно наше обреченность, обречение. Погодите, вот еще одна дверь, в которую мы не ходили. О, точняк, здесь какой-то конвейер. А, нам по-любому по нему нужно идти. И там нас ждут враги, но это не страшные враги. Мне на самом деле убить одного, чтобы... О, нифига себе скорость. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Да, нужно убить одного, чтобы заполучить хпшку. Вот. Так, спокойнее немножко. Аккуратненько. Эп. Два, три, все. Блин, огромная чика. О! 4 сердечка. Стоп. Что за западло? Я сдох. Прям вот так. Короче, когда я касаюсь столбов, мне почему-то легче идти. Не знаю, как это работает. Видите? Идет. А, погодите. Я просто могу идти здесь.
Вот по краю конвейера. Странно, что с этой стороны нельзя было так делать. Ладно, как скажешь, игра. Короче, если мы будем идти аккуратненько, не вставать на середину конвейера как-нибудь... Во, вот видите, здесь нас никуда не тащат. Так задумано или нет, я не знаю. О, блин! Так, сейчас еще разок. Смотрите. Твою мать. Как внезапно нас ускорять начинает. Я сейчас подохну. О! Тихо. Вот, мы опять идем по краешку. Твою мать! Нам нужно зажечь тот факел. Осторожней. Есть. Но здесь мы можем пройти уже. Вот тут вообще просто идем спокойно. Есть! Теперь они все в другую сторону пошли. Значится... Оп! Как же это нервозно, блин! Потому что у меня одно хп, мне как-то некомфортно, друзья. Оп! Как это, блин, работает? Так, мы прошли дальше. Продолжаем, окей. Не бесимся. Хорошо. Главное нам... Будет проблематично, да, подойти. Стоп. Мне нужно ею вот зажечь. Окей. Теперь мы можем таким образом зажечь вот здесь. Окей. На конвейерах просто не дергаемся, я понял. Нас потащит как надо, да. Не всегда. Смотрите, опять какие-то штуки мы находим. Это маленький спрингтрап, судя по всему, да. Окей, нам нужно возвращаться. Блин, чего-то еще точно не хватает. Может быть, нам нужно каким-то образом вот этот вот сундук потушить? Так, погодите, надо убить их. Есть. Все убито. Единственная дверь, которая нам осталась, это вот эта. И что-то с ней надо сделать, я не понимаю пока что. Необычный ключ. Смотрите, у нас получилось. Мы просто применили игрушки здесь. Теперь мы можем, судя по всему, открыть. О, боже мой. Игра продолжается. Это, видимо, самый большой Princess Quest. Больше, графичнее, эпичнее. Потом, когда закончится идея, мы сделаем ремейк Princess Quest 3D. Потом ремастерд. Нет. Вот она. Открываем. Воу. Мы проникли вглубь ее сознания, видимо. Только что освободили, да? Или как? Мы снова берем бластер в руки. Концовка! Удерживай, чтобы пропустить. Эррор. Ошибочка. Григорий такой, чё? Что? Кто там? Дроны спят. Или поломаны. Все, сдохли. Венни сняла маску. Грегори такой, сумочку надо эту потырить. А там в ней Фредди. Продолжай, суперзвезда. Немножко пузырек не вошел в кадр. Ванесса стоит. Она, получается, сбросила с себя маску Венни. Мы освободили ее. Мы освободили Венни. Венни, точнее, Ванесс. И теперь больше Glitch Trap Уильям Эфтон не имеет над ней власти. Получается, он заставлял ее все это время похищать детей, хакать аниматроников вместе с ним, делать всякие штуки, всякие грязные вещи. Просто отвратительно. По идее, что-то сейчас будет после титров еще. Вот. Мы с Ванессой из головы Фредди смотрим на закат. И жили они долго и счастливо, очень не хватает. Что-то подвох я чувствую в этом. Слишком позитивно. Чересчур позитивно. Я думаю, это... Нет, что-то здесь не так. Что ж, мы это все-таки сделали. Несмотря на все маленькие глючки, которые мы увидели на нашем пути, у нас получилось. Мы прошли все. Теперь нам осталось получить еще одну концовку, а потом еще и ту самую каноничную, которая у нас
так и не получилось взять. Это я про то, что со Springtrap. Но все это, если вы хотите, чтобы я это сделал, ставьте лайк, пишите об этом комментарии, и мне будет понятно тогда, хотите вы или не хотите. Ну а с вами был Юджин, друзья, увидимся очень скоро. И, кстати говоря, у меня открылся канал Shorts, он тут вот в описании. Ровно как и TikTok, все будет там, внизу, все прикольные ресурсы, которые вам могут быть интересны, в описании. С вами был Юджин, и всем пять!